Всем привет! Я Диана, я живу в Болгарии и хочу с вами поделиться по поводу всей моей работы с Сюзанной. Ну, сначала, наверное, скажу, что я вот такой человек очень серьезный, очень такой сдержанный, и я все эти работы, которые мне необычные, я их не очень понимала раньше, то есть я относилась как-то не очень хорошо, потому что мне было это неизвестно, непонятно, и вот как-то не хотелось таким способом лечением работать. Но дело в том, что это моя сдержанность и это мое переживание меня довели до такого состояния, что мне пришлось вот как-то попробовать. И я рада, что так же сложилось, что я познакомилась с Сюзанной. Вот она мне показала ее работы, она мне показала, как сдерживаться, как все это делать по-другому. И, в общем, на несколько вот сеансов я уже ощущаю вот какое-то другое, ну, легкости, какой-то свободы. И не то, что только психологическое состояние улучшилось. Дело в том, что у меня вот физическое какое-то проблемы были с позвоночником. Я уже ощущаю, что намного лучше стало. То есть с утра боли нету. В общем, тело чувствует себя хорошо. Так что я сожалею, что раньше не обратилась к такой работе, потому что это на самом деле очень помогает. Традиционная медицина, которую все знают, вот таблеточку выпили или что-то другое, это одно. А вот то, что работать со своими энергиями или своим внутренним что-то, это непонятное, даже сейчас для меня не очень понятно, что там происходит, но на самом деле есть какой-то результат. И если есть результат, то я вам рекомендую то, что если имеет какая-то возможность, не задумывайтесь, просто попробуйте, и я уверена, что, наверное, вам это все поможет. Так что это все от меня. Удачи всем!